Рустам Рамазанов, игрок сборной России. Рустам, прежде всего, с победой. Почему так тяжело сложился сегодняшний поединок? Спасибо. Тяжело. Я думаю, погодные условия повлияли на это. Было очень жарко. Как видите, пропустили первыми, потом начали включаться в игру. Ну, слава богу, 3-1. Закончилась игра, мы победили. Вчера наша команда проводила тренировку. Может быть, что-то там наиграли, что-то получилось в сегодняшней игре? Да, конечно. Мы наигрывали угловые, штрафные. 1-2 угловых у нас прошли, но завершить не получилось. Ну ничего, будем отрабатывать еще больше, чтобы в следующий раз получилось. Наша команда на групповом этапе проводит, по сути, игры через день. Это удобный график или, может быть, чуть почаще хотелось бы играть? Ну, где-то, думаю, удобно в плане отдыха. Успеваешь чуть восстанавливаться. Ну, думаю, в плане того, чтобы быть в тонусе, это не так уж удобно. Ну, что есть, то есть. Ну и в конце несколько слов для болельщиков. Спасибо большое всем, кто приходит на стадион, поддерживает нас. Огромное спасибо. Мы играем для них, ради них. Еще раз спасибо всем. Спасибо тебе.